Нет, он не успел приехать. О. И... Что ж делать? Маш, тут вот лежит сценарий Стёпин. Может быть, я начну тогда пока? Поприветствую. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на наш второй коммуникация. Бюджетная версия. Степан Лукин не смог. Мы, точнее, не смогли его позвать в силу, но вы понимаете, почему. Поэтому вы здесь. Это срочная бюджетная версия, поэтому без Степы. Будем отдуваться как своими силами. И с 1 апреля всех поздравляю. Сегодня контакт просто ломится от всякой дичи. Мне особенно понравилось кусочек из Монте-Кристо, где я и Боярнос. Боярнос в роли Валентины. Это было что-то необычное. И первое правило